Здравствуйте! С вами снова Екатерина Мироненко, и сегодня мы с вами нарисуем вот такой морской пейзаж. Для этого нам понадобятся краски акварельные, гуашь белая, кисть большая и кисть тоненькая. Все, приступим! Начинаем. Сначала мы намечаем границы. Это у нас будет линия горизонта. Намечаем линии нашей горы. Уходит вдаль. Вот у нас уже граница намечена. Теперь заливаем. Я беру разные оттенки голубого, фиолетового, все перемешку. Не сильно, чтобы было ярко. Потом будем добавлять. Так. Теперь мы зальем. Я беру коричневый и охру. Оставляем место для цветов вот здесь. Черного немножко. Надо сделать скалистый лист. Сзади затемняем, потому что у нас теневая сторона получилась. Теперь я намечаю, заливаю нашу водичку морскую. Ближе к берегу она у нас будет прозрачная. Если много краски взяли, можно ее размыть водичкой, смыть или промокнуть. Сосновый появляется уже в дальнейшую работу. Теперь я хочу наметить цветы.
розовый и красный в перемешечку можно. Можно взять сиреневый немножко. Бумажки попробуем. И вот такими движениями. Потом подсохнет, когда мы будем немножко добавлять уже не везде, а где-то будем контраст добавлять яркий. Так, теперь я поменяю кисточку на тоненькую. Также зальем травку. Травяной цвет. Можно цвета смешивать, зеленых разных оттенков брать. Ничего страшного, если попадет на цветочки, все равно потом будем мы все, когда высохнет, прописывать отдельно. Так, дальше мы немножко корку сейчас пропишем. Хочется добавить желтенькую немножко сюда. Такие корни выступы у нас будут. Теперь утемним водичку. От горы у нас падает тень, поэтому здесь не надо.
постепенно переходим в более прозрачную такую водичку здесь. Сейчас прям совсем водичка без краски. Можем добавить желтенького чуть-чуть. Так, теперь беру зеленую и начинаю вот здесь делать контрастную. Можем добавить коричневый. И вот так вот быстрыми движениями кончиком кисточки я практически ей не касаюсь, только теперь поярче делаем цветочки, которые на переднем плане будут поярче, на заднем размытые оставляю. Зелененькую. Здесь травку. До черного даже можно. Где-то сбоку можно травку оставить. Достаточно, наверное, травки на ужин. Здесь.
бесконечно доделывать, прописывать отдельные детали. Вот, в общем, у нас, в принципе, уже сложилось. А, мы сейчас еще добавим немножко солнечного света. Вот, все равно у нас где-то через... У нас облачная погода получается на этой картине. Так ярко. Теперь гуашь. Немножко серенький. Так вот, на густой гуашь. Почему гуашь? Потому что она плотная краска, гуашь. Она ложится слоем, не как акварель. Ярко взяла, сейчас мы это перекроем водичкой. И немножко белого добавим сейчас туда, где у нас волна небольшая. Пускай у нас там будут небольшие барашки бегать, такие волнистые, белые. Добавляем где потемнее, они там будут видны у нас. Вот. Можно еще вот здесь тянуть подальше, давайте сделаем. Ну вот и все. Наш пейзаж готов.